Еще раз так меня назовешь, я тебя рожу набью. Но это Ксиныч. Тычку! Самый потный чел там был в футболке Роналдо. Шейкер, Вайпер, Флейн, Феникс 5, Клинкс. Вау, нихуя у экстрим пиздатый драфт. Что-то новенькое, прям все четыре героя, я вот так вот сказал бы. Прикольно, прикольно. Так, и чего они будут ласпикать? Им нужен мидер. Пак. Пак нормальный варик. Мне нравится пик экстрим. Жестко выглядит. Ну, Фалькон пиздец, Сигны. Вот прям вообще очень сильно тоже выглядит. Прощение. И очень много еще, кстати, синергии между героями. Метка Слардаров, два физкора, плюс Худвинг еще тоже очень много урона с ореха дает. Спасибо. Да, у меня сосед тоже из Алькатраса пытается выбраться. Давайте по лейнингам смотреть. Ну окей, там Пак полейнит в Разора, но Разор чуть сильнее. Плюс если Худвинг сыграет, его могут разъебать. Шейкер плюс-минус. Ну на самом деле может, наверное, защитить, так что окей. Вайпер придет в Вивера, ШД. Виверу похуй на Вайпера. Хотя... Да не, да похуй по-любому, это ж куча, ты не даешь ему 5 настакать, плюс опять же, ну как бы это шейкер, у которого просто ему линию ставят. Феникс Клинкс вообще говнище линия, но в Слардара еще куда ни шло, но все равно Слардар Худвинг сильнее. Плюс это типа Слардар в Клинкза, в моем понимании Фальконы 1-0 по драфту. Короче, фришка для Фальконс, картофель фри для них вообще, Амар на Слардаре такой не отпускает. Плюс фри Рошан с меткой, с Аегисом они вообще могут просто на них бегать, от яйца тоже... Что тут от яйца? Блинк, ты шейкер может блинк не купить до конца игры. Чел койл будет ставить, да койл можно порвать, яйцо все равно не взорвется. Комар какой-нибудь, блядь, арчит купит, он вообще не сможет сыграть. Пульну, короче, десятку на Фальконс, чтобы интересно смотреть было. Так, что тут у нас в чате? Один троллит его, второй респектует. Не этот, мискоммуникейшн. Так, ну что, ну скитер может в штаны насрать, но тут код для Вира очень хорошая игра. Не смог перекликать, кстати. Так, крит подходит. Орешек пошел. Ой-ой-ой, гранатка. Писура. Ну, на самом деле, скитер добьет. Ну, либо заставит чела первого качать. А он и так умер. Не, если он качает первого, он просто игру пробьет. Потому что они не смогут лейнить просто, ну, с кликзон против Лордера. Снекинг еще с ферстбладом. Инста просто ему едет уже. Что? Сапожок рейд кликом. Вот и все. Че это он решил, кстати, вот так вот встретить их? Больше половины хп проиграл. Я мид хочу посмотреть. Ебать, он тычку... А, у него плюс 20, я не заметил. Блин, одна из самых крутых аркан. Вот она реально настолько красивую анимацию дает вообще. Офигенно. Жалко, что Valve просто герой с первой доты спиздили, как и свой дом, но лучше, чем ничего, как говорится. Ох. Скитер сня. Что произошло? На шкучах его поймали. Какая фиссура офигенная. Ну, это Ксиныч. Это Ксиныч. Добили. Найс. Снэкинг уже 2 килла имеет. В миди что-то уже под ДНА начинает Маурин врываться. Маурин, кстати, вроде лейнинг свой поднял, да? По ощущениям прям. Поработал над этим. Прошел линию стоять начал. Какие фавориты на этом турнире? Вот команда Radiant. Ну, если по группе судить, они лучше всех сыграли в группе. Я не видел ни у кого, кто играет лучше. То, как они играют в карту, это абсолютно next level. Ни одна команда в мире так не может, даже близко. Мне нравится, как играют ГГ. Они набирают форму, они разгоняются по ходу турнира. Вот. И ликвиды неплохо смотрелись в группе, но они нестабильны. Но это, опять же, посмотрим. Они всегда к плей-оффу что-то приготавливают. Плюс еще не забывай, что у них 33 на пике. И вот если мы вспомним, например, ту же Бэтбумдачу, у них тоже там какие-то алхимики начали появляться. То есть в плане тактической, стратегической части они молодцы. То есть я в Liquid верю, что Liquid тоже могут. Ну вот это топ-3 турнира для меня. Топ-1 нетворд у Слардара. Я не знаю, что делать Кликзу, когда шестой. Бля, это дефолтный Амар, чтобы вы понимали. Кто против него лейнил, если ты ему тычку даешь, этот долбоёб бежит просто под вышку тебе ударить в ответ. Но я респектую таким чувакам, на самом деле. В его агрессии его фишка. Я не знаю, я просто смотрю на драфт слева, и тут все ебут Клинкза. Вообще, зачем здесь появился Клинкс? Они как-то рейтят его как имбу патч или что? В чем типа прикол? Наверное, да. Не получилось запулить даже на одного крипа. Кстати, Снэкинг пришел. Так. Дивая видно. Ой-ой-ой. Ставится в центре вот Дивая. Но, блин, к сожалению... Хотя Амар успеет. Да, успеет. У него еще баш заряжен. Ебать. Так он еще подошел идеально с тремя тычками. У него готовая ПТ. 5,5. Ну все. Rest in peace сами. Я не знаю, что тебе в игре делать. Брать инвиз, бежать, гангать.
О, как же Малерин круто обстянулся. Пиздец, какой важный килл. Причем это все под седьмую руну он делает. Посмотрите, он идет забирать. Хорошая фиссур. Нет, кстати, не перекрывает. Ксинкью заберет руну, но Малерин может... Не, ну он его не хватит урона без... никак. Хотя, да ладно, до конца идет. Но это уже перебор от Малерина. Выбил ТП XM-а. XM. Есть Coil. Здесь же DY. Ну, кстати, Малерин накажут за это. Попытается забрать за собой Ксинкью. Убивает Ксинкью. Да ладно, Малерин. Все, еще и Coil выбил. Пиздец, сколько он спейса здесь сделал. Убил Вайпера. Убил Шейкера. Стянул два телепорта. Выбил Coil. ШД просто 6-й левел стоит, фармит. Вообще кайфует максимально. 2000 натворца, как у Вайпера почти. Очень-очень импактное действие сейчас было от Разора. Прям пиздец, как вообще. Причем тут пак еще пачку, полторы пачки точно потерял. Все, 6-й Слардар. Ами просто пошел по своим делам. Амар пошел на охоту, поплыл. Та самая акула из Алькатраса. Если что, как бы... Ой-ой-ой-ой. Метка? А сколько метка длится? 18? Ну и бей этих волков, бля, 8 минут стоит. Вард не сломать. Так, девай. Центрой. Подходит. Надо разбить. На кик, на задварде. На! Отдал экспу и голду. Рвет койл, умирает Цинкинг у нас здесь, Амар отходит. Ой, помните, что я говорил про рассчит на Слардаре? Я вам говорю, этот чел очень умен, поэтому он так и ебет. Так, опа. Добрый вечер. А куда Дивай погнал? Хотя разменяется здесь еще и Шейкер. Ну, крит убьет Дивая. Крит. Ох, ебать, как он кнопки жмет. Ну, тычка! Этот челотус. Ебать, он круто все сделал. Смотрите, вообще, он типа устрефнулся на него. Забасил чела нажать тотем. Стрефанулся вправо. Вроде дефолт. Но такая лоу-скильная дота сейчас, что от дефолта погать хочется. Хоть что-то, как говорится. Ебать, на Кингс дает лотус. Так, Амар подходит, кстати, я не знаю, успевал спрятаться или нет, но там еще одна граната летела. По дефу лимит, ну что, Снайкинга убили, на самом деле, как будто бы не критично, скитер на фул фри. А вот Вайпер подвыпал. Вайпер подвыпал, 3500 натворца у него всего. Ну, кстати, девайчик подобрал тут, сейчас 6-й уже будет. Сейчас на тройку, да, сейчас на тройку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ап, оп, ап. ТПшки есть, пешком бежит XM, летит Шейкер, и Малерин успеет, ап. Ай-яй-яй, была бы мана на эхо, сбил бы. В итоге, посмотрите, просто выжил на 80 хп, умер Снайкинг. Слушайте, ну, квикстрим пока что получается. Как будто бы в этом смоке не хватало худвинг, да? Вот если бы он зарядил ульт, они бы убили его быстро, и даже несмотря на телепорт, они могли бы еще там всех поубивать. Ну, кстати, забрал вышку скитер, точнее, задал у нас Ксинкью, красавец. И за это время, конечно, огромный вивер стал, он прям очень много фармит. Даже несмотря на эти... Ну, что, вот по сути, три смерти-то у Шадо Демона только и были. Корни умирают, Арчит продолжает сейчас фармить. Я вообще не знаю, как играть Паку, или Клингзу, или Шейкеру, там, или Фениксу, когда на тебя будет бежать вот такой вот Слардар с таким быстрым Арчитом, вообще не понимаю. То есть просто здесь все от сальницы страдают очень сильно. Вивер вообще на тотальнейшем фулфри стоит. Я вообще не понимаю, почему скитер до сих пор не залез в гейт и не отпиздил их всех в топе. Он уже сломал тауэр. Он уже тут на фулфри фарм. Ну, что он ждет, блядь, я не понимаю. Так, летит, кстати, XM. Ну, тут, кстати, Малерин. Нет, Малерин не летит. Ну, надо выйти. Хотя скитер прилетел, кстати, в гейт. Что-то подраться хотят. Так, скитерок. На центре его видно. Нападают на XXS. Пошли жуки по твоим героям. Дивай имеет ульт. Ой-ой-ой. Тут нужно быть аккуратным. Ну, все, им пизда. Тут XM получил ульт. Дивай заставляет нажимать яйцо. Нажимается яйцо от Дивая. Бегут к XMQ. Малерин уже успел подойти с Яшей. На самом деле, довольно быстро. И вот, как я и говорил. Ну, вот у них нету кнопок под яйцо, кроме эхо. Чтобы эхо было, там нужно какое-то условное... Блинк иметь минимум. Так, Ами поймал метку. Вот это жопа, конечно. Для... Ой-ой-ой, Малерин стрейфится. Выживает Малерин. Охуеть. Так еще и Ами умрет. Тут нет шансов выйти вообще никаких. Полетел орешек. Минус 5. Ну, бля, 20-ка для Фальконс, как говорится. Как там этот чел говорил? Нарушка 20-ка. Тут такая же быстрая игра. Ну, тут на драфте все было решено. Очень сильно въебали драфт тут, ребят, конечно. А вот и Арчит. Ну, я хз теперь, как играть там, условно, какому-то Паку, Шейкеру. Он просто, ну, не будет им вообще житья давать. Так он вообще ебнет с Арчитом просто. Ну, конечно, ладно, он под Т2, на самом деле. Или он побежит. Да, он побежит с Арчитом, убьет его просто. Бам.
стянул еще всю команду. Я говорю, ну, мне нравится Амар, что, знаете, у него вот здесь рефрешер стоит или рапир, вот там все постоянно стоят. Закрепленный предмет у него интересный. Да, это он засканил. Мышкой, блядь. Да что ж все сканят мышкой-то, я не понимаю. Че, к клавиатуре кнопка, что ли, свободных нет? Че, скидер молнии покупает? Ну, у него нет ни одной игры, где бы он молнии не покупал. Но в этой игре, если что, и молнии заебись по причине того, что у них, ну, не так много дизейбла. А, он Мьёльнир берет? Не, он долбоёб. Я хотел сказать, что здесь Глейпнир хорошая шмотка, потому что это... А, он берет Глейпнир. Это доп ХП, вот, и это доп дизейбл. А дэмэджа здесь с лихвой хватает. Здесь, ну, прям с головой. То есть у них нет проблем с дэмэджем вообще, а вот героя зацепить реально тяжело. А вот если, ну, как бы, какой-то, ну, какой-то Глейпнир здесь прям очень сильный тимфайт усилит. А с дэмэджем тут все в порядке. Если бы нажал бы инстадаст ульт, то убил бы. Не подумал. Так, на Амара напали, летит на Кинг. Так кто, блядь? Вы уверены, что вы на Амара напали? Или Амар напал на вас? Так, Амар, пошел. Просто. Да, ну тут такая. Вот на что они надеялись? Вот как они героя собирались убивать? Я просто не понимаю. Даже сегодня IG намного больше, ну как бы... Они пикали хуже, чем ГГ, но они хотя бы пикали... Ну они хотя бы пикали, я не знаю, какую-то синергию между героями. У них были там Леоны, Минеры, те же Белки. То есть, ну, хоть как-то можно было героя убить. Понятно, что исполнено было хуёво, но здесь вообще не понимаю, что. Поставил койл, чел койл порвал или его спрятали, все, на этом закончилось. От яйца вообще любой чел просто пешком выбежит. Единственный шанс напасть, это где-то шейкеру реально блинк найти. Где им эти деньги найти с такой хуёвой игрой, если у вас три линии слабее, тоже непонятно. Так. Просто вышел от яйца, и все. Пусть нет дизейбла. А, кстати, че он койл мне поставил? Эвах. Хотя бы Слардара могли убить. Кашира Шауна, кстати, бить под вторую метку. Ой-ой-ой-ой. Шкука. Секира когда? Да. Да-да. Не знаю, ребят, ну не знаю. Ну не нет времени. Что я могу поделать? Я ненавижу обещать. Я вам скажу, блин, там какое-то время, и вы будете сидеть, потом пиздеть на меня, что я не запустил. Когда-нибудь. Чем колы мне поставил? Ладно, похуй, даже не буду перематывать. Похуй. Жду, пока игра по фасту закончится. Соло. Ух. А как он так связал там, разве? Прям как будто на микро рендж вообще. Офигеть. Но на ХГ не зайти. Будет кач. Ну хотя вот 17 тысяч на 20, да? Как будто бы, ну как так много уже, как будто бы, ну. Но все равно они, ну, не получится у них на ХГ зайти, как бы они не хотели. Ликвид, мне кажется, всегда обосрутся. Вот. Микки где-то там... Короче, когда будет серьезный прешер, Ликвид обосрутся. Вот сколько я финалов у них не смотрел, они всегда в финалах плохо играют. И это их как будто бы вот какая-то ментальная проблема. Вот серьезно. Поэтому я в них не верю. Хотя в онлайн... В онлайне. Все может быть в онлайне. Может быть в онлайне у них получится. Ну я вот поэтому как бы только эти две команды выделяю. В китайцев я не верю. Квесты точно не вывезут. Рано им еще. Вот. Так, QCD. Бегут за XenQ. Есть дайгер. Он, кстати, уйдет. Да, уйдет XenQ. Ну, чтобы Falcon победить, нужно просто выпустить патч, который, например, выпускали против Gladiators в прошлом году. Gladiators выиграли мажор. А разрабы выпускают патч и фиксят героев, которыми они выиграли мажор. Это нормальная тема. Но Falcons выигрывают уже какой подряд турнир, а разрабы ничего не выпускают. Вот. Поэтому они продолжают выигрывать турнир. То есть, чтобы вы понимали, если патч бы не менялся условно... Даже несмотря на то, что патч менялся, ГГ еще продолжали все равно выигрывать все остальные турниры. Но условно, если бы там на Инте был бы тот же самый патч, или там на Риаде уже и так далее. Вот я просто помню Риад, там же они выиграли Бали.
И там нормально так, ну, по квину опять проехались. Там в какой-то момент и Void Spirit его нерфили, и Бруду нерфили, и Беста нерфили, там, на котором играл Эйс. И нерфили Zero Blade, которого они ферспикали, и Лину, и Медузу, которую они выигрывали мажор. Ну, то есть прям вот каждый герой, которым они выигрывали турнир, нерфился. Игра Коптера там нерфил. Ну, короче, там все нерфилось. Ой, да ладно. 3 в 5 пошел файт. Маурин нажал БКБ. Дерется против XXS. Так. Первый раз взрывается яйцо. Ну, все просто от него, как обычно, убегают. Ксинкью тоже умирает просто с пару тычек. Да. Вот. И Фальконс просто также нужно понерфить их героев. И все. Разора ебаного точно надо понерфить. Это просто, ну, это неадекватный баланс на героя вообще. Одно лишь изменение с глифами, мне кажется, уже освежит нереально сильно дот. Потому что я уже не верю, что Рингмастер выйдет. К следующему инту уже нужно будет новый анонс сделать просто скоро. Ивента! Ивента ждем, ребят. Сейчас скоро ивент будет. Обещали. Как он там? Как они его там это называли? Слава богу, что сегодня хотя бы матч-квест Тундра был интересный. Хоть чуть-чуть. Хоть какая-то интрига там микроскопическая была вообще. Я вам говорю, односторонние игры в Доте существовали с ее, ну, с ее, так сказать, вообще создания. Но эти игры всегда заканчивались 2 по 20. Отсюда 2 по 20 вообще и фраза, которая, по сути, пришла в обиход из Доты. Типа... Мы у вас 2 по 20, 2 по 20. 2 по 20, значит, когда ты превосходишь своего врага, ну, прям во всем параметрам. Но, блядь, эта фраза сейчас заменилась на 2 по 60. То есть игра заканчивается объективно на 10-й минуте, но, блядь, ты ее не можешь закончить из-за того, что разрабок озвалил игру. Чтобы у чела на баре было еще 5 пива возможности выпить на базе за 60 минут. И он потом с терпять нейтралкой с форсбутсами тебя переехал, нахуй. С чаржа, который 5000 урон наносит. Вот в этом-то и прикол, что 2 по 20 должны существовать. Если одна команда, ну, в 1000 раз сильнее, чем другая, они должны иметь возможность ее быстро закончить. А вот когда уже встречаются команды равного уровня, вот тогда уже можно смотреть и на лейтгейм, и на какие-то смоки, и на какую-то интригу, и еще что-то. Но тут нет никакой интриги. В игре Гладиатор с IG не было никакой интриги. Все нахуй было на нулевой, понятно. Здесь тоже все было на нулевой, понятно. Вот в этом-то и проблема. Что как бы команды, они выиграли игру намного раньше. Но система, да, ну, как бы заставляет их фармить еще 40 минут. Фармить третьего Рошана и так далее. Вот. Такие дела. Надо петицию подписывать, ебаные глифы нахуй удалить вообще из игры. Один глиф оставить, как раньше было. И все. Хотя бы это микро. Вот это плюс 2, минус 2 тоже будет это изменение, но его будет достаточно. Байбеки нерфануть и так далее, да. Да удалить можно нахуй эти байбеки даже, я не знаю. Такой темп будет игры потрясающий, вы офигеете вообще. Какими мерзкими герами. Это не вайпер веник, вайпер веник. Ну это старые такие, знаете, контрпики разора, но сейчас как будто бы это вообще не работает. Похуй ему будет абсолютно. ДП. Вот так вот. Решили XM посадить на такого героя, на котором, да, не насрать. Ну, в целом драфт экстрим мне нравится намного больше, чем в прошлой игре. Веником 5 решили так поднасрать, да, разора. И Амила с пика ставить. Интересно. Кстати, может быть ДП будет 5, а веник мид, как вариант. Охуеть, еще Тимбер не в бане, да? И Разор, и Тимбер у чела в пике. У Фальконс. И Разор, и Тимбер. Ебанешься. Да я просто думал, что Фалькон не будут. А хотя, а что им не пить? Ну это плей-офф. И чем быстрее они закончат, тем быстрее они пойдут отдыхать. По сути. Нахуй с ними сидеть, что-то мусолиться. Тестить они в, ну, они в группе тестили много, что там пробовали. ВК пробовали. ВР-ку там какую-то пробовали на четверку. Так они еще флексить этого Тимбера и Разора будут, понимаете? В зависимости от керри. Любой, ну как бы, из них может пойти в любую линию. Но мне почему-то кажется, что Тимбермид пойдет, а вот Разор на 3 будет. Сегодня смотрел, как играют мальки на площадке. Футбол. Самый потный чел там был в футболке Роналдо. Потом там какой-то чел был в футболке ЦСКА. Каких-то вообще там некоторых игроков я не увидел тоже. И кто-то был еще в футболке Реала, но я так и не понял. Кто под 10-м номером в Реале играет? Я сейчас загуглю. Ну, может быть, у него там старая футболка была. Пири. Ну, вряд ли, наверное, Пири у него был. Модрич? Может быть, Модрич, кстати, да. Ну, короче, вот у него был 10-й Реал. Ё-моё. Ультанул. Луна. Ну, очевидно, да, очень хорошо Луна. Там чел в футболке Роналдо. Короче, только водился, пасы никому не давал. Он двоих обоит. Третий его обоит. И он ему, ну, короче, запретку говорит на Д. И тот ему такой говорит. Сам такой.
Вот. Я такой думаю, пипец, надо жестче было ответить. Вот. И потом я такой отхожу от клетки, он такой говорит, еще раз так меня назовешь, я тебя рожу набью. Я такой думаю, это красавец. И все, и чел на Роналду осел. Ну, я, короче, просто наблюдал за этими детьми минут 20. Я, конечно, офигел, насколько разные люди вообще просто... Настолько разные люди по характерам и в игре тоже это... Ну, короче, блин, интересно за людьми наблюдать, особенно за детьми. Там, знаете, есть такие прям маменькие сынки, они всегда на рамах, они всегда на рамах. И там, и о них там вообще очень жестко ноги вытирают, короче, все. Вот. И есть такие, знаете, прям еще такие жесткие токсики, тяжелые такие, которые только воются. Короче, там вообще разные есть. Есть такие, знаете, которые пришли чисто из-за девочек, как, а там какие-то девочки тоже смотрели, как они в футбол играли. Короче, прикольно, забавно. Не, ну... Я сам выгляжу как ребенок. Да и я же не сижу и не смотрю, как они в футбол играют. Я гуляю просто вокруг. Короче, пусть подходят, я все объясню, ничего страшного. Но в этот раз у Extreme драфт хорош, без шуток. Мне очень нравится. Сбалансирован, линии хорошие, и как бы и мид сильный, и очень сейфлейн сильный. Как бы и оффлейн тоже, короче, прям все очень четко. Но Falcons, чтобы вы понимали, 5 человек на своих самых сильных героях. Мирана от Сикинга, ЦК от Скитера, Тимбер на Маурине. Видите, Тимбер на Маурине даже настолько. Амар на Разоре и Крит на Тине. Ну ты ебанешься просто. Просто 5 сигнатурнейших героев абсолютно. Ой-ой-ой, Крит. Смачок сработал. XM придет с Фростбладом в мид против Тимбера. Тимберу может быть хуевато. 1000 голды, вот это старт. 3 руны и First Blood, прикиньте. Вообще какой-то слишком хороший старт в экстрим. Посмотрим, как фальконы будут выкручиваться. Хоть они и в пятером на сигнах, знаете, что я могу сказать? Что у них не такой крутой тимфайт, как у экстрим. У экстрим прям пиздец тимфайт. Тампит, экзорцизм, ульт Дарквиллу, виномансер, который танчит, плюс змейками тоже типа срет. Все это под луной, под ее аурой. Ну, короче, если честно, именно вот прям как тимфайт, у экстрим прям вообще жесть. Ну, то есть я вот прям смотрю на драфт дайр, и тут нужно как слишком идеально кнопки нажимать, пиков, и ждать БКБшки. Ну, короче, прям как слишком, слишком круто сыграть нужно за дайр здесь, чтобы... Ну, они справятся, наверное, я хз, они, ну, кто как не они должны справиться с этим. Ну, вообще хотелось бы, конечно, даже на экстрим поставить в этой. Блин, вы смотрели, как они играли в группе? Я просто не знаю, они раки или нет. Просто мне драфт Рейден больше нравится. Вот без шуток. Может, я идиот? Я не знаю. Ну, чисто подперчить игру, да? Ладно, я на экстрим поставлю, короче. Опа. Опа. Видите, это база. 2 скобки это СНГ чел, а 1 от обычного. 2 скобки это чисто СНГ чел, токсик. Вот. 1 скобка европейцы, ну, это улыбочка, как она и предназначалась. 2 скобки это только СНГ чел пишет. Это фулл токсик, так сказать. Этим и прекрасен русский мат, что можно сказать, заебал, да? Такой, как бы, агрессии. И человек может такой, типа, остепениться, да? Потому что ты, как бы, агрессируешь на нее. И можно сказать, здорово, заебал. И ты такой, здорово. То есть, одно и то же слово, но насколько два разных посыла. И также со скобками, понимаете? Скобками можно обидеть пиздец, как сильно. Как говорится, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, за 2 скобками в карман не лезь. Ладно, на самом деле, недавно вспомнил цитату Пушкина. Вчера я, блядь, наелся перед сном, и у него была такая прекрасная цитата, но я ее забыл только что. Сейчас я попробую сформулировать, пока пауза. Что-то там... Бля, ну я помню, короче, ее смысл, но вот забыл, как она... Не ужинать — святой закон, кому дорожен либо крепкий сон, либо четкий сон. Ну, четкий вряд ли, это же все-таки Пушкин. Четкий — это больше я бы сказал так. Вот что-то такое. Ну, я не помню, какая там последняя. Чуткий? Четкий? Давайте загуглим. Кому дороже легкий сон? Легкий сон. Вот. Это база пиздец, если что. Пушкин писал, люблю любых, ебу худых. Но это неправда. У меня, кстати, в деревне, на самом таком главном здании в центре, куда приезжала автолавка. Автолавка — это, короче, ну, грубо говоря, газелька, которая привозит еду в деревню 2 раза в неделю. Ее автолавкой называли. Было написано... «Ебите баб на свежем сене, с любовью, ваш Сергей Есенин». И мне тогда лет 7 было, или 6, когда я это прочитал в первый раз. А потом я узнал, что это, походу, реально его, ну, как бы, он реально это писал. Так что у наших поэтов интересные строчки были. Чтобы вы понимали, то есть, как бы, это самое центральное место, куда приходят все жители. Ой, Крителла, Брателла, вот это Денай. Ну, что, потому что все покупают еду всегда, потому что больше негде купить еду. Ну, то есть, это деревня. То есть, тебе до ближайшего магазина
Километров 10 пешком идти. Вот. Динай неприятный для экстрим, но 2000 преимущество стейбл. Снес вышку XM. Ну, блин, он с First Blood пришел в Тимбер. Это как будто супер очевидно было, что так выйдет. Знаете, что меня удивило? Что Разор не мид. Я думаю, что лучше бы как будто бы Тимбера поставили. Но тут тяжело. Ой, ой, да ладно, соляра! XXS. На, нахуй. Йо, скитерок. А капли не донесли. А с, без стика играем, да? И типчик сразу пошел. Вот так вот. Вот так вот. Три топ-нетворса. Три топ-нетворса. Слушайте, я даже не ожидал, что они так сильно линии выебут, если честно. Я думал, ну, что-то как-то все три. Я думал, топ постоят наравне. А тут вообще просто вынес. Он просто его вынес в 1000 нетворса, чтобы вы понимали, на кентавре. У него дискорд на 6.30. Да ебать, как они умирают. Ой-ой-ой-ой, еще курица. А нет, курицу не убили. Убили его. Че, Ами килл забрал. Видите, нормальный билд на луне. Без врезбендов. Пас мом. Все, база как бы. Учу играть на луне. Самый простой герой. Надо мне эти YouTube гайды выпускать. Сегодня мы разберем героя Луна. Очень метовый керри. Многие профессиональные команды используют его в своих драфтах. Герой отличается стабильной линией и быстрой фармом в лесу. Набирает свои предметы, с которыми может продолжить темп. Луна очень простая. Вам нужно стоять линию до 5. С момом вы уходите в лес, стараетесь пушить линию плюс лес одновременно. Если вам не дают выходить на линию, просто уходите в лес. Попросите своего суппорта занять линию, чтобы ресурсы не терялись в пустоту. После этого вам нужно купить манта стайл как можно быстрее, чтобы толкать линии иллюзиями, не умирая героем, который продолжает фармить лес. Тем самым вы ускоряете свой фарм и фармите до БКБ. С БКБ в идеале заколить свою команду на Рошана на 20-й минуте. Если у вас удачно получилось забрать Аегис, вы можете отправиться забрать вражеского Турментора и вражеский Т2 Таур. После этого, закрывая бот-линию, вы можете улететь забрать своего Турментора. Тем самым вы создадите преимущество в 10 тысяч голды. Если Аегис по-прежнему у вас на руках, введите свою команду на вторую Т2 вышку, тем самым зажимая карты и убивая все внешние строения. Дальше вы смотрите по ситуации, какова она в игре. Но, в общем, нужно брать всегда ханду. Предмет очень метовый и был апнут разработчиком Valve. Нормальный гайд? Ну, если вы в ММ играете еще. Ну, тоже надо по ситуации смотреть. Может, там какая ситуация... Ой, девай! Какая ситуация на карте? Ох, Малриин решил выйти. Ох, ебать, XXS. Не, все-таки убили его. За Снэкингом нет смысла бежать. Там еще один лип. Критого братау к Снэкингу подцепил. XXS... Не, ну тут уже не поймать. Хотя, ксинкью, руты одна. Бежит, что повижу, но видит. Руты хорошие, все, убивают его тоже. Хотя, ой-ой-ой, какой тос. Но все равно убьют, все равно убьют. Да, без шансов, что-то тут намудрили, конечно, фальконы с драфтом. Я считаю, что ошибка была Разора ставить в оффлейн. Я считаю, что должен был Тимбер выйти бот. Может, не знаю, может он боится Веника, может Веник 5 это прям реально такой ультимативный отмет какой-то. Я просто не шарю. Но мне кажется, с Тини он бы постоял по-любому как-то там с Парамармором что-нибудь поделал. Я думал, что не так жестко разъебывать будет экстрим. Тут что-то прям совсем жестко. Просто чем дальше, тем хуже для Фалькон. Я вообще ставил, ну, на тимфайт в мидгейме. А тут вообще еще и с таким преимуществом. Опа, скитерок, браток. Армалет летит, кстати. Да ладно, руты. XXS станет, надо пробить его, чтобы не расслаблялся. Ну, тут есть еще стампит, он выйдет. Ой, выбили ТП Тимбера. А чем цеплять собрался? На, Тимбер, конечно, кучу времени теряет. Так, девай. Змейк. Ой-ой-ой, Ами на муме ускоряется. Это, кстати, он взял, чтобы, если еще линию стоять максимально долго. Я считаю, что это полная хуйня. Вот. Но в контексте того, как они их ебут, это все равно норм. Я могу объяснить его логику именно в этой игре. Чтобы вы понимали, они уничтожили просто три линии. Что это значит? Это значит то, что он может на линии, на луне играть максимально долго, насколько это возможно. И вместо Яши он возьмет Dragonlance, потому что он дает 10 к силе плюс атак рейндж, то есть это намного больше статов плюс позиции, чтобы сложнее было умереть. Плюс он берет сверху сейфти бабу. То есть он готов дефать линию, переключать ПТ на силу, 1500 хп, грубо говоря, танчить. Единственная возможность открыть бот, вышку, чтобы у них был возможен фарм. То есть здесь он выполняет такую роль, ну как бы защитника Таура. Но я считаю, что Луна просто неподходящий для этого герой, потому что этим может заниматься Виноманс. И сейчас бы он был бы уже под десятку, если бы просто бы качаться был. Но это в целом работает, но это только компетитив может работать, если у тебя все три линии выебаны, если ты экстрим гейминг, если у вас идеальная коммуникация. Ну, короче, хз. Прям такое.
Это все равно как будто бы того не стоит, на мой взгляд. Лучше взять капли и вот реально какую-то шмотку на сейф, типа Сида. Все равно он улетел на тройку, понимаете? Я хз. Это просто тебе делает таймик на манту. Это тебе делает таймик на БКБ. Это все тебе делает. Он не мог быть на луне сейчас такой бедный. Он на самом деле намного богаче должен был быть, если бы просто купил Яш. Но логику эту можно понять. Вот. Эту логику можно понять. Но она не луновская. Ну не знаю, ну луне нельзя, блядь, играть в линию, на мой взгляд. Луна не должна играть в линию. Но в целом, если он будет бегать с ними в смоке, он еще и главы в 3 оставил. То есть он такая боевая луна. Он хотя бы плюс-минус реализует этот Драгонленс с тем, что он бежит с ним дерется. Потому что большинство челов с этим Драгонленсом просто дальше лес бьют. А очевидно, тебе с Яшей лес... Ну что, блядь, типа без луны они бы его не убили? Ну блин, ну... Такое, короче. Это сработает, в этом есть логика, но как будто бы это не так критично, короче. Ту-ру-ру, так. XXS танкует. Ой-ой-ой, сейчас эншиты могут задамажить нормально этого кентавра. Да, но это все, что они могут. Ух, ебать! Ой, он реально его не убил? Да, выжил в итоге. Ну все. Вот это тот самый тимфайт, про который я говорил на 15-й минуте, ребят. Ничего не сделать. Просто ничего не сделать. Тут нет героев для тимфайта вообще, УДР. Просто ноль. Знаете, почему Falcons попали в ловушку в этой игре? Я вам объясню. Они никогда не встречались с ситуацией, где им отдают Разора и Тимбер одновременно. Мне кажется, это их немножко из колеи выбило, типа... Ну, короче, в моем понимании, они должны были вместо 18-го Тимбера брать Луну. Брать сильного керри, который синергирует с Мираной, и вот тогда бы у них было бы все в игре идеально. Вот тогда они бы выкрутились. А потом на ласт пик они бы добрали бы либо тройку, либо мид, в зависимости от ситуации. Это был бы самый идеальный вариант, в моем понимании. Да им слишком много отдали, понимаете? Слишком глаза разбегаются. Обычно хоть что-то из этого банят. Экстрим не забанили ничего, им вообще поебать. Они решили законтрить абсолютно все. Причем они решили законтрить абсолютно все, проигрывая 1-0 в бот-3. Прикиньте, насколько это нестандартный мув. Но так только китайцы могут. Ой-ой-ой, Ами! А он не выйдет. Или выйдет? Подождите. Мне кажется, не выйдет. Здесь просто не прогрузилось. Пиздец, насколько они рано на ХГ пошли. Ну, глиф убил, ребят, база, типа, просто, блядь, глиф всех убил, как обычно. Чувак мой гайд не смотрел на Твиче. Если бы он знал по гайду, то он бы Рошана бы заколил, все правильно. Не, на самом деле, у него бы не было сраного Драгонленса, он бы уже имел БКБ, и он бы с БКБ бы заколил Рошана, закрыл бы потом просто все, ну, всю карту. Ох, его еще и убьют 2 раза подряд. А вот и шанс для Фалькон. Жалко, что стампит весь пик контрит, конечно. Ну такой шансик. Шансислав. Шансунг. Шансунг это же из этого, из Mortal Kombat, да? Тут слишком какой-то лютый перевес. В тимфайте. Даже не дело в деньгах, а вот именно в тимфайте. Тут просто нечем драться. Вот 5 на 5 Falcon. Чтобы им здесь драться, им нужно БКБ на Разоре, БКБ на ЦК. И на Тимбере плюс один слот. Ну тоже БКБ, по сути. Они, кстати, постоянно попытаются напасть на героя, но экстримы просто готовы. Да ладно, хватит урона. Ебать, нет. Почти. Ну, экстрим жестко играет. Жестко. Вообще. Что, затягивает игру Фальконы, пытаются сплитить, играть в карту, как они это обычно умеют. Рошан в боте, надо его идти забирать на луне. Короче, мне нравится здесь Драгонлайнс, мне не нравится здесь пика. БКБ всегда лучше пики. Всегда. Че, реально они опять ХГ пойдут? Портфтини. С Аигисом как будто бы легче сначала зажать их и пиков найти. Ай-яй-яй, XXS. Ай-яй-яй, какой... Так, тос, пошел. ТП Тимбера. Убьют быстренько XXS. Ну, это хороший смог 5. И причем, ну, слушайте, Falcons начинают на ошибках ловить. Как я и говорил, им нужны 2 БКБ. Во-первых, первый у них уже есть, второй у них почти без рецепта. То есть сейчас экстримы могут ошибиться очень сильно. И Луна у них все это время, на самом деле, не так сильно отрывалась. То есть у нее сейчас могла бы быть уже там, не знаю, бабочка почти БКБ, и это уже была бы другая бы Луна, с которой вообще невозможно было бы, да, там сражаться. Но они прям сейчас надеются закончить, они не хотят ждать. Вот мне нравится, что они на самом деле не хотят ждать БКБ, но, блядь, ну новый глиф, но слишком имбовый. Так, Ами, ПТ на силу, заходит. Крит, очередной тос. Стрела куда вообще? Это куда сейчас стрела была? А почему он не отсюда ее кидал, там, в условного Малерина? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, умирает Синкьюк. Синкьюк, кстати, на самом деле, план, тут пиздец глывы летают. Плюс еще XM, на самом деле, очень сильно бьется экзорцизмом. Нужно как-то пытаться прыгнуть, бёрстнуть. Ну, сторона точно упадет. Да сколько у тебя глифов-то, ёбаный ты насос. Выкупается к Синкью, летит на аванпост. Пытается здесь экстримы добить. Ну, точно добил сторону, отойдут. Блин, молодцы.
Молодцы, молодцы, молодцы. Но в моем понимании они могли убить здесь Луну быстро очень. Если бы здесь условно летел, ну то есть здесь стоит Мирана, Тос идет на Тимбера, Тимбера летит стрела, продлевается с Тос стрелой, Тимбер спиливает Аегис просто под Эвеланч, выбивают фастом Аегис, и уже после этого экстрима не добивают здесь сторону никак. Игра затягивается еще минимум на 10 минут. Он без шарда играет на Луне. Ой-ой, Амару покнули БКБ просто на халяву. 1.5 минуты есть у экстрима. У него есть БКБ на XXS'е. Ай-яй-яй, ну ладно, тут на самом деле разменялись БКБшками у флейнера. Плюс стампит еще потратили. Спецагрессор на Луне. А как они... А почему они идут без ульты ДП? Так, XXS. Блин, как же крит кнопки жмет. Умирает крит, крит с байбеком, нужно быть аккуратнее. Ой-ой-ой, тут погони, маме, упарывается Мальрина. Ладно, успели добить на самом деле Амара. Амар с байбеком. Так, Луна продолжает бить. Экзорцизм 30 секунд. Выкупается крит, два байбека на корах имеются. А как скитер сдох? Ебать, веник всех в соло убил. Ой, XM, XM. XM умирает без бая, так. Походу сейчас Фалькон будет камбэкать на байбеках. Умирает еще и Дивай. Нужно выходить, нужно выходить. А, ну ладно, скитер выкупился. Это не это... Ой-ой-ой, Дивай выкупается, продолжает Ами бить. Летит ему что, готова линка или шарт? Да, готова линка ему летит. Мальриен. Не хочет Амар выкупаться, ребят. Не хочет Амар выкупаться. Вообще никак не хочет Амар выкупаться. Так, Мальриен. Бай есть, бай нет. Что там по баям вообще, кстати? Две стороны. Надо топ улететь, распушить. Летит XXS. Ну, слушайте, ну... Пытается Фалькон тут зацепиться, но тяжело им, конечно. Наконец-то интересная игра. Ну, я бы не сказал, что эта игра интереснее, чем квест Тундра первая игра. Вот квест Тундра первая игра очень интересная была. Квест Тундра вторая игра тоже плюс-минус интересная была. С Топсоном воевала Сатана просто во второй игре. Но до того, как Сатана его поглотил... Так. Ой-ой-ой, Мурин. Не успел Аганим нажать. Не успел Аганим нажать. Маурин умирает. У него есть байбек. У него есть байбек. Так, Ами. Продолжает заходить на хайграунд. XM, кстати, экзо не раскручивает. Пытается здесь Дивай не давать скитеру зайти в спину. Ой-ой, опять тоснули XM. Ну, ебаный в рот. Опять подставился XM. Опять умер до экза. Опять байбека нету. Попытаются подраться и без него Ами. Так, ой-ой-ой. Ну нет, ну тут, конечно, сейчас будут их разворачивать. Нужно как-то уйти. У Дивай нет бая. Нужно бежать, на самом деле, здесь экстримом. Амар паузу ставит. Тини лаг, говорит. Ой-ой-ой-ой. Так у Тини, если что, сейчас откатится кнопки. Экстримом нужно съебывать. Ами должен форстафаться. Ами должен, знаете, что сейчас сделать? Он должен нажать манту и форстафнуться. Манты он собьет ему блинк, и он где-то здесь делает ТП. Потому что иначе никак. Они умрут сейчас здесь все. Они еще игру проебут. Ну, тоже нормально. Но все равно такое. Но он ему не сбил блинк. Ебать, Ами дерет. Ебать, там стан по троим. Бля, ну даже несмотря на стан по троим, все равно развалились они. Ладно, с XM воюет Сатана, ребят. Это 100%. Он вообще не тут. Он не понимает, что он номер один таргет на ТОС. Он не учится ничему в миде. Он не может просто в позицию встать. Я еще не понимаю, почему чел на банше БКБ не может купить. Это пиздец. Просто нажми БКБ ульту и закончи игру. Блин, даже несмотря на такой овердрафт, даже несмотря на такой лейнинг, экстрим допускает критическое количество ошибок. Если эта игра придет на третью карту, потому что я даже не уверен, они, может, и эту проебут, кто знает. Хотя две стороны на 20-й как будто много, но кто знает. То, мне кажется, их Фалькон отпиздит на третьей, по ощущению. А, ебать, тут рефрешер на разоре после этого файта. Это пизда. Да, они, походу, проебали. Что-то они слишком много отдали, не? Они 12 тысяч преимуществ отдали. Ладно, сами тоже воюют Сатана. Я не знаю, я хуже билда не видел вообще на Луне. Ладно, хуже видел. Но это хуёвый. Так. Ульт Мираны мигает Снэйкинг. Дивай, надо ревелить. Закричал Рошан. Пошел на самом деле здесь XXS тоже ревелить. Стрела. Опа, задожили. Вышли из Рошпита. XXS. Шива. Прыгает. Ой, ой-ой-ой, хуёвый прыжок. Хуёвый прыжок. Он раскрутил экзо. Они сейчас просто убегут. Хотя скитер готов драться. Так, скитер. XM. Фух. СНК на месте. Или не на месте, нет, убивает XM, он ни одной кнопки не нажимает, а Мар сейчас с рефрешером их просто в жопу выебет, да? Ну нажмишь свою пику, блядь, ты же ее покупал против Разора, блядь. Ты же против... А где? БКБ ты не купил? А шарт ты не купил? Еблон тупой, нахуй.
Ой, хуесосы тупые, блядь, я не могу жить в одну, в один век с вами. Я не знаю, вы просто, блядь, ох. Со мной воюет сатана. Как с XM-ом и сами. Мы во фригре, где 30 тысяч ведем. Купим линку, шарт забудем, БКБ не возьмем. А я, долбоеб, тоже не куплю БКБ на ДП, чтобы дохнуть за стан 3 раза подряд. Аксинкью потей, как сучара ебаная в каждой игре, когда на коре хуесосы. Я буду потеть, аксинкью, я не сдамся, ведь что остается? Китай, остальные еще хуже. 20 лет в доту играю, на луне купить шмотки не могу. Ведь я ебанат. Вот такая песня. Как можно такое проиграть? Будучи, ну, я не понимаю. Ну, куда еще больше доту казуалить, ну, чтобы не понимать такие банальные вещи? Я не понимаю. Вот, ну как? Ведь я же самый умный, нахуй, да? Я же не могу купить БКБ шарт, нажать просто 2 кнопки, всех убить. Я куплю против Разора линку пику, въебу, бля, 10 тысяч нетворца, как делал Куман на Медузе. И проебу, бля, самую фри-игру, которая есть. Про чела на ДП, который не покупает БКБ, я вообще молчу. Это нахуй вообще просто... Диагноз, блядь. Заур за что? Ну, блин, ну если Заур запомнился с худшим билдом на керри за всю историю доты. Я же не могу ничего с этим сделать. Не, я вам так скажу. Если бы была какая-то индивидуальная ошибка, ну, это понятно. Но когда ты не можешь купить правильные предметы в игре, ну, это детект. Так. XM, кстати, не умер, представьте, в первый раз. Но теперь он боится в драку зайти. Теперь он боится в драку зайти. Ну тут уже Фалькон по голде ведут. Уже Аегис на ЦК, уже есть Аганим. Уже скоро будет. Ну, я не знаю. Так, Скитер с Аегисом. Продлевают, кстати, террорайзом. А, Мишард купил, кстати, на Луне. Ого. XXS-у помочь кто-нибудь, что-нибудь. Нет, тут никак не поможет. Они все ресы въебали, чтобы бились с Кейтера. Кстати, XXS байбекается. Буду чезить. То Фальконом как будто бы просто выйти надо, не? Маурин блинкаут. Да, просто выйти надо. Че, они выбили байбек с XXS, выбили Экза. Может быть, где-то на ХГ развернуться, если надо будет. Вот. Сейчас будет еще слот на Разоре закупиться, тоже нужно ему. Ну, не надо, за этот патч. Так, ой, крит обосрался, на самом деле, не смог тоснуть. Крит умер, крит с байбеком. Девай живет. Ой-ой, Маурин. Не убил. Так, крит выкупается. Продолжается файт. XXS пытается выйти. Стампит еще есть. XM, кстати, откатился. У него экзорцизм, но сейчас XXS будет пытаться прыгать. XXS прыгает. Маурин. У него аганимная штучка. Его не пробить. XXS очень больно. БКБ нужно нажимать XXS. Нажимается стампит. Амар пошел. Все, Амар пошел в Ами. Ами дерется. Так, ой-ой-ой-ой. Это пытаются XM убить. После байбека крит его тоснул. XM живет. XM не живет. XM не живет. XM не живет. Крит отлично засыпал в спину. Нужно бежать. Нужно бежать экстримом. Побежал Ами. XXS пытается сделать тэп-аут. У него, кстати, получится это сделать. XQ, как я понимаю, тоже уйдет. Или... Ап-ап-тяп-тяп. Да, выходит XQ. Ну, преимущество по-прежнему, если что, у Фальконс растет. То есть было 3000 после Аегиса, стало там 6. Потом, когда они заходили на ХГ, стало 8. Вот такой вот форсешки у нас тут есть. Зато, опа, он такой, ага, что там на Луне покупают у нас Ятора? Опа, Ханда, да? Что-то я забыл, бля, сейчас куплю. Я не могу на это смотреть. Он либо 3-2-2 шит, либо это просто какой-то концерт, блядь, я не понимаю. С ним воюет сатана. Что? 62%? Ладно, на самом деле, компьютер же просто драфты оценивает. Поэтому он считает, что драфт у Radiant неплохой. Я тоже так считаю. Неплохой драфт. Ладно, да, они две стороны сисли, это тоже решает, конечно. Так, ну что, XM БКБ дофармил. Ура, товарищ. Да и тут тоже как на человеческий билд становится похожим. Рошан, 2 минуты. Все команды, так сказать, собираются на забив. А, ну все, нарисовал я еще XM. Ребята, давайте зафорсим на последнюю сторону. Дадим им выбор. Либо вы убиваете Рошана, либо мы вас форсим. И они такие, вау, XM. So smart, so smart. Where are you BKB, нахуй? I already buy. Don't worry. Ну что, на самом деле они их и вправду зафорсили на базу. Теперь им нужно просто в рушпит нажать 5 тпшечек. Вот сюда. Путь. Нажать? Нет? Оп. Нет? Не нажать? Ладно, они не видят. Они видят Маурина.
Да этого достаточно, если что. Все, они всех увидели. Все, и Рошу, ребят. Рошу. ТП, нажать. Ага, сэм. Со смартексом. Travel level 2. Не успевают фальконы, просто на спидуметре бегут. А даст им Аегис хоть что-то, кстати, на самом деле? Че по баям у Рэдиант? 0 баев, на Луфея есть. Так, Аегис у Ами. Рефрешер XXS. Муж XM отдать вместо форса? Решили, что 2 стампида круче? Ебать, по тапкам дают. А XNQ-то что делать? Ай-яй-яй, его забыли одного дурачка, нахуй. Она вам выживет, кстати. Или нет? Ред... А он не на базу летит? А почему он на базу ТП не нажал? А, у него КД был, я понял. Да, точно, он же летел на пост. А чё его чпокнуло? Блудторн. Жестко. Ну что, разраб, ты доволен? 60% неуязвимости к магии. Так, Снэйкинга, Хорс, а тут еще, а нет, тут не тапнутую. А крит в свою, короче, темку, сейчас будут Тревела, Муншард и Патрону. Работа такая уже, как говорится, была проведена в одной из игр. Ой-ой, Крителла, Бартелла, Дивая видит, он говорит, ребятки, отделился Рачела. Опа, добрый вечер. Скитерня? Скитлсня. Так, Дивай убивает, Дивай без бая, будет пать, Скитер нажимает ультимейт на развороте, XXS удает просто по жопе, пиздец, как сильно. XM вынужден дать по тапкам. Ну, ливните уже нахуй. Козлы, блядь. Да. Такие вещи не просчитать, ребят, понимаете? Такие вещи я с Dota Plus не просчитываю. Есть свои нюансы. Он не продаст линку никогда в жизни. Не продаст. Пика линка. Пика линка — это проклятие. А вы знаете, почему жрецы Атлантиды были, ну, так сказать, исчезли с лица земли? Потому что это вот та самая вот чума, так сказать, это пик линка. То есть тот, кто заразился пикой линкой, все, его же не спасти. Нет вакцины против этого вообще никакой. Только перерождение кролика. Думаете, 3-2-2 шит? Бля, ладно, точно забыл на самом деле. Блин, ну это грамотно. Это, кстати, грамотно было бы. Причем они в онлайне играют, там, по сути, это промутить вообще легко. То есть, ну, Дирик там, Дирик сейчас пока что на этом, на Мальдивах. Там в ТГ голосовое прилетает, пацаны. Подняли хорошо уже, мы уже загрузили Шауканом. Можете и сливать. Он говорит, директор, не беспокойтесь, я сделаю билд, не выиграть. Все, все довольны. Честно, я не верю, я буду настаивать на том, что он рак. Кайф 15, ну вообще сок. Еще на дурачок пиздел, прикиньте, этот чел. Я в ахуе, вообще. Завтра эти челы упадут на ГГ, они их 2-0 вытрут просто нахуй без шансов. Я все свои деньги против них поставлю. И проебу. Буду так жестко за гладиаторс буду завтра топить. Пиздец, блядь. Я шлем нахуй куплю, блядь, Римской империи. Уёбки, блядь. Ладно, все, короче. Да заебал это, блядь, да все, закончите уже с ними, казните их уже. Да, ребят, ну, а вот китайские фанаты, думаете, вот это им смотреть-то приятно, блядь, китайским фанатам, которые сейчас сидят, смотрят эту игру? Я думаю, им вообще неприятно за таким наблюдать. Они на квестов падают? Блин, а я думал на ГГ. Ведь они же верхние, ну, получается, верхние, ну... БКБ купил, да, ну нахуй. Кто подсказал? Смертельный ханду продал уже, кстати. Короче, когда уже Valve добавят, то там, я не знаю, какой-нибудь 4-5 Рошан идет с тобой и просто начинает всем бить ебло. Ну когда уже это произойдет? Ему уже скучно в этой пещере, он в этой пещере уже 20 лет стоит, и ну, он уже устал. Никто с ним не дружит, понимаете? Нету друзей у Рошана, его только пиздят. Сколько Доте лет? 20 лет есть Доте? 10 лет точно есть. 10 лет его точно пиздят. Каждый раз, каждый день, по сотни там, не знаю, тысячи раз. И никто, блядь, не дружит с Рошаном. Никто не сказал ни разу Рошану, Рошан, брат, пойдем с нами просто отпиздим их жестко. Ни один, блядь, человек. Понимаете? Как ему? Вот вы поставьте себя на его место. Думаете, ему нормально? А он виноват в чем-то? Да, он богатый предприниматель. Да, иногда у него бывает и покушать, сыр бывает. Иногда бывает, как бы, ну, и какие-то ништяки, да, там, для кого-то, вот. Иногда шапочка новогодняя у него бывает. Он так же, как и мы, как обычный человек, празднует праздники, справляет Новый год. Но ни один, сука, блядь, не попросил его. Рошан, а пойдем с нами Новый год спразднуем? Пойдем кого-то накроем на вражеский трон? Пойдем с нами сторону снесем? Ни разу такого не видел абсолютно. Или, типа, пойдем с нами сатиров пофармим-то, например, кобольтов попиздим. Вальф вообще просто им похуй, а им похуй, ну... Рошана.
И это дружба, блядь. Я был ахуе. 44 тысячи, блядь, да куда вам, сука, еще? У вас уже все в 6 лотов оделись, уже Октарин, Умира на пятерке. Апнутый Юлу, Тинь, 24. Ну вот вам игра интересна, кажется? Честно только. Так, девай, братишка, без бэбэка умирает. Ами, по тапкам, рефрешер. Так, а пика что, не работает? Ах, не сработало. Ладно, все, въебали. Ну, слушайте, это из хороших новостей, они проиграли. Ой-ой, выкупился номера, ой, на луне. Рапира, кто заберет рапиру? Крителла? И патрону работа будет? Мне скитера дают. Опа, он гем взял такой, ой, нечаянно гем взял. Гладиатор смертельный. Вот это уже хороший билд. Зачем тебе терапира? Вернись к своим истокам, к Линкенсфере. И это, чтобы вы понимали, еще как бы Венера. То есть это даже не Лузера. То есть это как бы 8. Это лучших команд. Вот экстримы. Ой, Ксема что-то это... исчез. Надо было линку брату повесить. Я не знаю, он ни разу этой линкой не задолжил статик-то, по сути. Так вот, хитрая Игс. Да, тут трон точно упадет. Так, Ами. Ами, чё пика не работает? Бэк. На МС убегаем. Get back. Ебать, урон пошел. ДПС пошел. Ой, куда ты разогнался-то? Манта, Линкин, БКБ, рефрешер. Ой, просто жесть. Я не знаю, чисто как зритель, я в шоке. Мне реально, ну вот, типа, не так важен, ну как бы... Ну это как бы у меня не слов. Я уже все сказал. Хочется хайскильный дот, ребят, очень хочется как-то. Где-то хочется ее получить, вот, где-нибудь, наверное. А вы уверены, что... А, они реально на квестов упали. Блин, я думал, вот отсюда падают сюда. Не знаю, почему я так подумал. Не, они реально на квестов упали. Ладно, я за квестов буду топить тогда. Ну, конечно, ГГ бы точно бы их вытерли 2-0, а вот насчет квестов, я не знаю. Ну, наверное, тоже должны. Амар хорошо играл, если там не пропустит свою форму. Ой, не отпустит его, так сказать, с сегодняшнего дня, также будет играть. Ладно, ребят, пойду отдыхать. Спасибо большое всем, кто смотрел. Завтра подрублю. Не знаю насчет экстрим PSG квест. Посмотрим, короче. Ну, наверное, да, наверное, на них тоже подрублю. Короче, завтра подрублю. На матч ГГ Азурей точно подрублю. Потому что не особо что-то верится, что Азурей Ликвид выиграет. Хотя, кто знает, все может быть. Может, и выиграет. Александр Левин, Никс, Александр Левин.